Скелет человека, кровеносная и нервная система, муляжи взрослого человека и ребенка. Каждая аудитория медицинского колледжа вызывала у ребят неподдельный интерес. Дарина Комкова попробовала себя в роли медсестры педиатрического кабинета и попыталась запеленать ребенка. Мне очень было интересно, что тут происходит, как все вообще, чем занимаются, потому что я еще не выбрала свою дальнейшую профессию. Пройдя почти по всем профильным аудиториям, девятиклассники могли примерить на себя роль студента медколледжа и оценить свои возможности в области анатомии человека. Кому-то показалась эта профессия увлекательной, другие поняли, насколько ответственно лечить людей. Мне заинтересовало то, как именно пишут рецепты таблеток, там латинскими буквами, и мне очень интересно, как именно это пишется. Экскурсия в медицинский колледж девятиклассников 7-й школы – это уже традиция, которой более 15 лет. Посещение колледжей и техникумов – один из элементов профориентации старшеклассников. Составной частью предпрофильной подготовки является организация экскурсий в учебные заведения нашего города и на предприятия нашего города, чтобы ребята к концу 9 класса смогли определиться, куда же им пойти после 9 класса. Для тех, кто решил получить среднее профессиональное образование на базе 9 классов, знакомство с учебным заведением, так сказать, изнутри, помогает определиться с выбором специальности. Вот в медицинский колледж и в политехникум очень много остается детей. Вот мы практически каждый выпуск, из каждого выпуска человека 2-3, они остаются и вот именно остаются в медицинском колледже. Для тех, кто не определился с выбором будущей профессии, медколледж приглашает на день открытых дверей 20 ноября в 15:00. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Александр Мальков, служба новостей, Саров 24.